Так. Доброе утро, дорогие зрители. Вот сегодня у нас погодка на высоте попроще. Отстреляли две ленты пулеметов по сепарам. Я сейчас покажу замком взвод, как бы позывной по калюне. Гранатометчик. Козубом Серегой. По нам недавно прошла ответочка минометом. АГСники, СПГшники. Так, что нам немножко весело. Сейчас заправим. Оп. И продолжим дальше валить. Вот, выстрел. Оп! Ебать! Красиво! Сука! Эй, курятник! Что лежим? По норам! Это кто, наши? Не наши. Это по нам. Так, сейчас, секунду. Хуйня была. Сейчас. Ответь. Ребята, по норам. Это я активный, блин. Ага. Шалаш, ответь, малышу. Разозлили. А сколько мы сейчас их разозлим? По нам уже несколько раз. Миномет 120 работал. Направление какое, скажи. За зданием, за забором оттуда. Со стороны где-то Спартака туда, нам не видно, как обычно, чуть-чуть. Далеко. Я понял. Малыш, по тебе работает артиллерийская батарея, я Амор, привет. Принял, плюс. Нормально, артиллерия, да? Вредовая в укрытие. Нам похрен, дайте, блядь, только закурить, блядь. Вот мы зарядимся. А это ж они их отрабатывали сегодня. Да, вот это ж они дали ответку. На мои берсикс. Это просто... Мужики! Нам! Так, разведочка передала, что сейчас по нам еще будет один залп. Посмотрим, снимем его. Сейчас, если осколочками не... Ну, такое надо заснять, вот. Че, очки, давай. По нам стреляют, но мы не боимся, мы делаем свою работу. Да. Дело. Ждем. Алёня, иди сюда! Ждем. Вот. Вот, пошли залпы, пригинаемся. Ох, я позаснял! И один возле, блядь, и этого. Сейчас. Да. Сказал же, сука, мент, что у вас, нормально? Мент! Мент снизу был только. Они там снизу? Мент лежит! Нормально! Быстро сюда наверх поднимайся! И проверь своих на том фланге! Возле них уебала мина! Вот такая у нас обстановочка, мужик. Девочки и мальчики. Ебать, у меня даже печка, блядь, смотри.